Упавшая береза в поселке Красномайский Вышневолодского городского округа стала причиной отсутствия света во многих домах населенного пункта. 15-метровое дерево повредило еще и детскую площадку, которая приняла основной удар на себя. О том, что по соседству с их домами стоит аварийная береза, местные жители не раз говорили главе поселка. Но она оставалась не спиленной. В итоге из-за сильного ветра дерево накренилось и обрушилось на детскую площадку, на которой по счастливому стечению обстоятельств никого не было. Помощи от администрации поселка жители не добились. Поэтому пришлось распиливать и увозить рухнувший ствол собственными силами. И если с самим деревом самостоятельно справиться можно, то с оборванными проводами нет. Здесь без помощи местных властей точно не обойтись.